О, все. И все такие уже как на вылке сели. Ну что, ребята, будем знакомиться дальше, да? Кисюни. Ай, кисюни. Ай, хороший кисюни. Пойдем, Саша. Пойдем. Оп, первый идет знакомиться. Оп. Второй. Аушки. Знакомимся, да? Хороший. Ай, хорошие, ребята. Ай, хорошие. Да, такие красивые ребята. А кто это сзади обходит там? Кто это обходит сзади, да? Ай, ты наша девочка. Красивая такая девочка. Ай, ты такая девочка, да? Опа. Ай, ты такая. Да, ай, такие. Пойдемте к пенечку, скорее. Сюда, скорее. Ай, красавцы. А те смотрят. Да. Ай, и те начинают интересоваться. Как они по очереди, да? Хорош. Ты красивая девочка. Ау! О-оу! Да. Так, товарищи, нам не отрабатывать приемы охоты не можно. Со мной можно только дружить. Это всем понятно? Касается каждого. Да. Ой, такой. Да. А-ау! 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 Самая смелая. И да. Девочка получается самая смелая. Ай, ты хороший такой. Такой красивый. Вот, остальные смотрите, как массаж делают, да? И тоже подходите, не стесняйтесь. Ау-ау! 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 Да? Молодежь хорошая. Как они все переговариваются. Красивая. И ты красивый такой. Скорее иди сюда. Да. Нужно много времени проводить с ними, чтобы у них прошла боязнь. Вот. Но мы сейчас свободные от судов. И поэтому мы можем заниматься. У нас нет судов практически, как ни странно. Впервые за много-много лет. Таню трогать не можно. Она оператор, вы знаете. Операторы нынче редкость. Да, хорош. Ну вот такая замечательная молодежь будет расти в этом вольере до тех пор, пока не вырастут большим красивым прайдом. И потом не выйдут через 2 года в саванну, да? В большую саванну. Да. А. Так, кушать меня не можно, я говорил. Да, у меня есть тапки и ботинки. И тапки, и шлепки, и ботинки есть. Да. Ау. На первый взгляд, насколько они хорошие? Они все замечательные дети, да, конечно, своим характером. Да, я давно не заходил, а многие из них были с мамами, росли. И кто-то вручную выкармливался, кто-то даже уже переболеть успел. Вот, но сейчас они все вместе, сюда еще можно добавлять много львов, у них много домиков здесь. И большая, очень большая территория, она многие сотни квадратных метров, тысячи даже квадратных метров здесь. Здесь зеленая трава, здесь пни, здесь посетители, которые сейчас будут их тут баловать всякими окорочками, да, кормить будут. Лето скоро. Вот. Самое главное, у них здесь просторно, и даже они видят саванну. Львов в саванне отсюда хорошо видно. Поэтому они привыкают. Да и переход здесь в саванну. Есть просто открытый переход, когда они смогут выходить в саванну. Кисюни! Она понесла запах? Да. Давайте, кто-нибудь еще, подходите.
Скорей, скорей, хорошие такие. Ай, как белые уши прижали. Что ушки это обозначает, прижали. Да, скажите для наших зрителей. Ну, это осторожность, это агрессия, это недоброжелательность всегда, когда уши хоть собаки, хоть львы, кошки прижимают. Ничего хорошего. Пока. Пока, да? Иди сюда к нам, скорей. Иди, иди. Она показала. Ой, так. Вон туристы там, скажи, пришли, да? Ай, да, 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 да. Ай, такие коровы. Сейчас. Да. Ой. Ой. А самая копышня. А потихоньку, потихоньку поползают, поползают, потому что. А самый он донецкий там сидит. Да, 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 да. Самый осторожный. Тихюня, иди сюда к нам, хороший. Ай, такая. А ушки, да. Вау, 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 вау. А эти сзади договариваются, ну подойти, не подойти. Да. Да, хороший. Хороший. Ай, ты такой хороший. Ой, такой большой уволень такой, да? Такой большой. Да. Большой такой. Такой большой. Растут они быстро, конечно. Но важно к ним заходить, чтобы не потерять с ними контакт, да? Контакт. Скоро тапку будем учить. Тапку. Приду в тапках. Да. Да. Вот так я тебя раз. Они сейчас вас пощупывают, смотрят, что можно, что нельзя? Конечно. Конечно. И я их тоже. Ну то, что вы их тестируете, я вижу. Давай, давай, давай. О, я в лапах льва. Страшного и грозного льва.